Всем приветос, уважаемые ценители любви. У нас для вас новости такие с полей любви, что мы закончили наш ягодный сезон. Мы все измотаны, блять. Ну, то есть вы видели видос предыдущий, как это все происходит. Вот наше заключительное ведро. Сейчас мы его доставляем. Черничка ушла, но мы набрали еще ведро. И мы заканчиваем, и буквально через пару дней, через три дня, сейчас немножко вздохнем, попердим. Пердеть-то ты будешь. Вот, потому что, ну, мы не кокос, вообще никакие, блядь, уставшие. Больше месяца, ребята, длилось это. Колени невозможно болеть. И все, и наконец-то копчики, спина. Увидимся на копчике. Но сейчас это вот, знаете, что интересно будет? Буквально вы сейчас увидите переход, и мы уже... Начнем подбивать деньги, разговаривать о них. Мы сейчас просто это решили заснять, как мы закончили. Вот, ну, вы буквально через секунду увидите уже, как мы бабосики подбиваем, которые копили и на черничке зарабатывали специально. Ну все, всем пока. До встречи на копчике и на дележке денег. Ребята, вот он видосик для тех, кто хотел, собственно, уже увидеть живое. Ну, значит, живые деньги, так сказать, которые нам подарила черничка по окончанию ягодной вахты. Но так получилось, что я снимаю этот видос, как вы видите, специально на фоне черники. Мы сегодня с Варей, ну, с самого утра снова в лес. И хотя мы сказали, что все, сезон закончен ягодный, но на копчике мы нашли пару местечек и ломанулись сегодня, конечно, вот набрали. Сейчас как раз я... перебираю, вот еще будут деньги, ну вот основной заработок, просто кто-то хотел увидеть, поэтому я показываю вот здесь, значит, вот такая балдень тяжелая, ух ты, блядь, все посыпалось, ну приятно, когда деньги сыпятся, конечно, вот такая балда большая, вот, вот, значит, вот, вот она, и здесь, приятно, когда сыпятся такие вот деньги всякие, 5000-ные. Ну, в общем, вот наша черничка. Здесь больше 100 тысяч рублей. Вот, пока еще их не успели отдать за то, что заказали, да? iPhone 13 Pro Max. И, значит, заказ еще не пришел. То есть еще не рассчитали за него. Деньги все на месте. Больше 100 тысяч. И вот мы показываем за черничку на фоне чернички. Да, и все это на Сергея Есенине. Вот, любимый поэт. Не знаю, это я не то, что, блядь, в книге прячу деньги. Я бы хотел, может, такой этот, как old school, но хуй знает, просто они у меня лежат на столе. Короче, вот так, ребята, это очень приятно, но это тяжелейший труд в нашем случае, да? И в дождь, и, как говорится, и все, и собирали, на коленях ползали, а потом это ведро 11,5 килограмм по дремучим, непроходимым, блядь, местам, лесам. И вот смотрите, как все не закончилось, мы сегодня с утра снова набрали. Снова это продастся. Кстати, мы на копчике, которые грибочки собрали, следующий видос с этого копчика будет. И вы увидите, эти подосиновики уже тоже проданы. Еще 600 рублей. То есть, ну, к айфону, как говорится, надо будет аксессуары покупать. Поэтому на аксессуары надо тоже сейчас зарабатывать и копить. Вот, ребят. Он в пути, кстати, предоплату уже даже сделали 3000. Так что вот ждем что-то у них там с логистикой. И вот наши зачерничные деньги, значит, пахнут потом, кровью, жестким трудом эти все 100 тысяч рублей. Ну, короче, всем до новых встреч на копчике в лесу. Вот, я думаю, что все-таки мы возьмем себя в руки и остатки черники, которые еще остались, мы собирать не будем, потому что она уже очень сложная. Даже не в собирательстве, даже в транспортировке и в реализации. Она уже и сыпется, и давится, и все. Но вот тем не менее. Всем любви, всем добра. А видео с копчика уже есть, кстати. Мы вчера были на копчике, и сегодня мы ходили вот ягодки пособирать. Так что вот, и послезавтра снова на копчик. А завтра к маме картошку выкопаю. И, блядь, дел-то, ёпты. Но деньги, я люблю их. Давайте крупным планом еще. Зарядим вас на деньги, все, кто смотрит этот видос, теперь отныне со счастьем и с деньгами. Ну все, а на самом деле деньги хуйня, всем любви.
Ну вот, ребята, Варвара уже здесь. И значит, мы снимаем уже потраченные нашей кровью и потом заработанные денежки. Вот такой отчет. Все, пришло. Вот мы выкупили. И вот он, наша мечта. Вот он, наш айфончик. Зелененький. Все, вот он, ребята. iPhone 13 Pro Max. Надеюсь, видно. Надо, наверное, включить здесь. Сейчас эту самую подсветочку. Вот он. Наш iPhone 13 Pro Max. Наш. Вот. Наш. И смотрите, смотрите, осталось вскрывать просто. Скажи, мой, только мой. Только мой, не дышите на него, не смотрите, только мой. Надеюсь. Так ведь и есть. Ну что. И, короче, вот все здесь уже будет вскрываться. Вот. Вот оно. Красавчик. Главное, коробка под зарядку больше, чем коробка. Да, и, кстати, конечно, сразу пришлось покупать зарядочку, ребят. Вот. Потому что сейчас, как вы знаете, айфоны поставляются без зарядки. Вот такую вот огромную коробку мы взяли. Там зарядка, соответственно, шнур. Ну и вот все. Все вот наше. Еще Олесе подарок выбираем. Да. Ну и вот. В принципе, наша эпопея. Завтра на копчик. Все.